Неспокойные выходные обещают метеорологи. 40-градусная жара и ураганный ветер накроют республику. Штормовое предупреждение разослали синоптики Алматинской и Жамбылской областей. Уже сегодня в этих регионах жителям советуют плотно закрывать окна и двери, воздерживаться от прогулок и держаться подальше от рекламных щитов и старых деревьев. Однако в ближайшие дни к этим рекомендациям следует прислушаться и жителям других областей. В южной части республики обещают уже сегодня юго-западный ветер порывами до 30 метров в секунду. Это мощный ветер, которому под силу срывать крыши и крушить металл. Завтра будет дождь. Но к воскресенью погода прояснится. Однако ураган налетит на Кустанайскую, Североказахстанскую, Акмолинскую области. Далее юго-западный порывистый ветер отправится в Павлодар и в Восточный Казахстан. Жителям этих регионов спасатели и метеорологи советуют следить за прогнозом погоды и предупреждать ДЧС. В то же время западную часть республики ждут жаркие выходные. В западно-казахстанской, Актюбинской и Атырауской областях столбики термометров поднимутся выше 40 градусов. Знойное воскресенье будет и в Карагандинской области. Жителям этих регионов врачи рекомендуют пить больше воды и воздерживаться от дальних прогулок.